Добрый день, друзья! Сегодня мы в гостях у подруги детства Нелли и будем готовить арцахскую хашламу из говядины. Пропорции продуктов в основном значение не имеют. Можно брать кто что любит больше, чего любит больше добавить, чего любит поменьше добавить. Мы вам расскажем, как готовить хашламу. Сварили мясо до полуготовности. От мяса около 2 стаканов бульона отделили. Теперь нарезаем овощи. Помидоры очистить от кожуры. Нарезали морковь. Можете нарезать даже кружочками. Нарезали красный перец. Некоторые добавляют и баклажаны. Так. Лук. Можно любой лук, не обязательно такой красный. И зелень. Кинзу, укроп, петрушку, кто какую любит. И картошку. Картошку добавляют не все, но мы сегодня решили приготовить картошкой. Также смесь сухой зелени и приправы. Соль, красный перец, черный перец. Итак, подготовили продукты. Взяли глубокий казан. У нас глубокая сковорода. Сбрызнули дно растительным маслом и начинаем выкладывать слоями все продукты. Выложили слой мяса, слой лука, слой перца и так далее. Сложили вот морковкой посыпали. Сверху уложили помидоры. Не забываем перчить и солить между слоями. Так вот, снова слой мяса. И так продолжаем. Посыпали зеленью. И уложили все продукты. Когда все продукты уложены в кастрюлю, заливаем тот бульон, что мы заранее отделили, и ставим хашламу на огонь. Сверху, по желанию, можно добавить несколько кусочков сливочного масла, потому что говядина сухая, чтобы было вкуснее. Когда хашлама пустит сок и закипит, добавляем картошку. Укладываем ее сверху, накрываем крышкой и варим до готовности. Приятного вам аппетита! Заходите на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на него. До следующих встреч!